Ленинский Кузнецком, как и в других городах, первые этажи занимают объекты торговли и сферы услуг. И вполне естественно, что опрятный внешний вид фасадов и вывеска – это не только успешный залог торговли, но и важный аспект, влияющий на облик города. К сожалению, сегодня внешний вид парковки и близлежащей территории у большинства предприятий торговли и сферы услуг далеки от идеальных. Из более чем 60 городских парковок соответствуют требованиям только две. Это индивидуальный предприниматель Хаему, проспект Кирова, 77Б, салон красоты «Фараон», и ИП Сидоренко, проспект Кирова, 102, и ювелирный магазин. Из всех 60 парковок по пальцам можно пересчитать, причем одной руки, которые содержатся в нормальном состоянии. Остальные все, ну это 60 парковок, они не благоустроены, должным образом не убираются. Многие вообще в запущенном состоянии. Неблагоустроенные не убираются парковку магазина «Ахара», а это, между прочим, центр города. Не следит за своими парковками и сеть магазинов «Мариэра». Сегодня некоторые магазины, например, по проспекту Ленина, 57, хочется обойти стороной, чтобы не наступить в лужи и мусор. Хотя, согласно федеральным и областному законам, а также правилам благоустройства Ленинско-Кузнецкого, парковочные места, прилегающие к предприятиям потребительского рынка, относятся к зоне ответственности этих предприятий. Есть правила благоустройства, они на территории города у нас действуют, поэтому внешний облик и состояние территории должны им соответствовать, и, естественно, предприниматель должен содержать территорию, закрепленную за ним. Это касается, еще раз повторюсь, фасадов, вывесок, наличия элементов благоустройства и содержания парковочных мест. Еще одна проблема, связанная с парковками, это разрешение на строительство. Из 60 парковок только у двоих имеется решение КУМИ о разрешении парковочного места и оформлен договор аренды. Еще 39 парковок обозначены в правилах благоустройства, но это минимум, хоть какие-то документы есть. Остальные треть парковок у нас практически все незаконными являются. Но законы должны соблюдать и вы, и мы, поэтому, коллеги, прошу в кратчайшие сроки все документы оформить на свои парковочные места. В ближайшее время всем владельцам торговых точек и сфер услуг необходимо привести в порядок экстерьер своих предприятий, помыть фасады и вывески, отремонтировать, где необходимо, крыльцо, высадить клумбы и газоны, а также убрать заваленные мусором и неочищенные стоянки для автомобилей. Кроме того, если предприниматели планируют сохранить парковочное место, необходимо заключить договор с КУМИ. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.